Всем привет! Сегодня снова на рыбалке, и сегодня у нас дождь. Ловил здесь, и тепло было, тепло, ветер, похолодало, сильный ветер. И вот сегодня решил закрепить результат, и вот сегодня решил половить еще в дождь. Так сказать, половить в разных условиях. Ловить буду окуня, на щуку запрет еще. Спиннинг у меня все тот же, фаворит Bluebird Test 1.7 грамм, катушка Shimano Airness 0.6 шнур. Но так как сегодня ветер есть, не такой, конечно, сильный, как в прошлый раз, но есть, буду на отводной поводок. Микроджигом не совсем удобно будет. Вроде какое-то солнце пытается проясниться. Но вокруг все затянуто, не сильно, но дождь идет. Может, потом перестанет. Он то чуть сильнее, то слабее. Местный лебедь плавает. Живут здесь пара. Пока не клюет, перехожу, ищу. Долго на одной точке не задерживаюсь. Пока еще активного окуня. Может, стайку получится найти. Если нет, тогда уже буду менять проводки. Что-то делать. Если совсем пассивный будет. И уже вымучивать, пытаться поймать. Но пока вот подход, несколько забросов, пошел дальше. Есть. А вот и первая рыба. Окунь хороший. Снова поменял место, так как не клевало. И вот хороший размер, кстати. Прям хороший. Здесь такие трофейные. Больше уже редко, когда клюют. Но вот начало есть. Вот тактика сработала. Найти активную рыбу. Первого окуня поймал. На очередном подходе. Буду пробовать еще поймать. Если нет, уже буду тогда упираться уже. Пассивного окуня. Чтоб травы поменьше. Была рыба. Тоже трава подцепилась. Ближе подвел. Была поклевка. Протянул немного и сошла. Вот поменял приманку. Другого цвета поставил. Попробуем доловить.
Может, она там и не одна. Но единственный, конечно, поводок у меня 0,14, если вдруг щука. Там может быть срез. А щука последней рыбалки клевала. Мелкая, но клевала. А мелкой зубы острые. Тем более 0,14 и вот такой уж толстый поводок. Есть. Вот эта поклевка была хорошая. Вот это была щука, 100%. Здесь там приманка на месте, не очень понятно. С отводным. Отводной 6 грамм. Поклевка была хорошая. Должно было по-любому выйти видно. Приманка на месте. Но вот это, конечно, был удар. Размер был серьезный. Хотел доловить, но вот второй раз клюнул. Но это, конечно, побольше, это не та. Попробую еще. Но доловить так и не получилось. Решил сменить место. Не стоять долго на одном. Пошел дальше. Рыбу ищем мы, а не рыба нас. По крайней мере, на спинге у меня такое правило. Вот, кстати, сегодня опять не погода, никого нету, я один, можно спокойно походить, половить, побросать где хочется, а не где свободно. Вот рыба как-то клюет. Не сильно активно, но... Ну, что-то поймал, пару поклевок получил. Была поклевка. И снова поклевка. Начал же и медленные проводки делать с паузами. Подергивание. Но было совсем притихло. Но уже трава. Его надо доставать. И вот получил еще одну поклевку. Ну что, наверное, уже буду заканчивать рыбалку. Поеду уже домой. На сегодня половил. Нужно еще другие дела делать. Одного окуня поймал хорошего. Было несколько поклевок. Одна вообще хорошая была. По-любому щука. Прям хороший, сильный удар. Был сход один. И все. Но вот ветер, дождь. Но вот рыба все равно как-то клюет. Половить можно. Вот, кстати... Дождь уже прошел. Немного уже солнце появляется. Ну и клев пропал. Он и так не сильно-то хороший был. Сейчас совсем пропал. Пока дождь был, хоть как-то доклевало. Ну и то неактивная была. Оно поймал то за край губы, остальные поклевки, сходы. Рыба неактивная была, но все равно половить получилось. Поэтому считаю, рыбалка удалась.
на сегодня буду заканчивать. Подписывайтесь на канал, оценивайте видео, смотрите другие видео. Всем пока!